Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королёва. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг! Быстро! Все в порядке. Демоны их рассеяли. Надо прорваться к башне. Это наш шанс. Закрывай, Артём. Не останавливайся ни на секунду. Слева. Они слева. Теперь справа. Невидимые, для вкуса не очень.
тихо. Пошли. Теперь надо найти путь наверх. Сюда. Мыслишка. Давай-ка забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Давай, давай, упырья жало, давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. Там есть лестница. Давай наверх. Молодцом! Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. На связь мельник, мельник. Стреляй, Артём! Артём, мельник, прием! Вот черт! Ульман, как слышите? Меня ранили. Будете на связи с Артёмом. Прием! Вас понял, полковник. Прием. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артём. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень.
Теперь все в твоих руках.
Артём, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Он пришел истребить нас. Почему? Нельзя позволить ему. Как и все они.
нельзя позволить ему остановить его. Он пришел истребить нас. Сдавайся. Нельзя позволить ему. Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. 20 секунд до завершения процедуры захвата цели. Боль, смерть, предотврати, спаси. 10 секунд до завершения процедуры захвата цели. Он не понимает. Он может... 5. 4. Мира. Мы хотим мира. Какой-то мудрец сказал: «Если мы не покончим с войнами, войны покончат с нами». И я сумел остановить хотя бы одну войну. Тогда я не смог бы точно объяснить, почему я пощадил черных, но понял. Мои кошмары, в которых я видел черных, были их попыткой связаться со мной. Не знаю, стал ли я первым человеком, с которым они установили контакт, но я точно не буду последним. Теперь мы действуем вместе. И будущее, наше будущее, расстилается перед нами, как бесконечный тоннель метро. И, может быть, однажды мы заслужим свет в конце этого тоннеля.